Привет всем! Вы на канале Stock Tesla. Снова с вами Виктор. Сегодня расскажу, как снять переднюю дверь. Опять же, с Tesla Model 3 и Tesla Model S. Передняя, любая дверь. Левая, правая, без разницы. Вот дверь уже снята. Так будет более проще и более это. Для того, чтобы снять дверь, не нужно снимать карту. Это мы просто, клиент попросил, мы сняли и продали ему карту. Как я говорил в прошлых видео, что мы продаем все, что клиенту нужно, то и продаем. Любые детали. Так, для того, чтобы снять дверь переднюю. Вот смотрите, как оно тут устроено. Вот. Так же самое, как я рассказывал на задней двери. Но там заднюю дверь можно снять там, за 2 минуты. Потому что оно только на разъеме там. Вот. А тут передняя дверь по-другому. То есть то же самое. Надо будет снять резинку. И потом вытянуть шнур. Но шнур вы не вытянете до тех пор, пока вы не снимете под бардачком обшивку салона. Пойдемте, я вам покажу. Так, вот подошли мы к кузову. Тут очень много что разобрано, но этого всего разбирать не надо. Надо будет снять вот тут порожек такой идет, чтобы добраться вот до этой части кузова. Она на защелках. Снимаете вот эту часть, вот отсюда будет торчать у вас провод, и вот здесь вы найдете кузову прикреплены крепежи, крепления держателей, ну, разъемов. Вы их отсоединяете вот здесь и потом уже через вот это отверстие вытягиваете провод, и все у вас будет окей. То же самое, если вам петли не надо снимать, то на двери по 2 болтика. Оно чуть-чуть неудобно, но откручивается нормально. Вот. Потому что петли, ну, как бы вам сказать, неудобно тоже откручивать. Но постараться можно. Вот. Ну, и вот как-то так снимается дверь. Тоже ничего сложного. Ну, надо позаморачиваться с обшивкой. Так же само она и устанавливается. Вот. Так что отличие есть от передней и от задней. На задней только разъем, ну а тут еще надо снять обшивку и отсоединить самопроводку от кузова. Так что как-то так. Ну что, кому была полезная информация, подписывайтесь, ставьте лайки. Для нас это важно. Вот. У нас разборка. Можете покупать у нас, заказывать все детали, которые есть на сайте. Так что подписывайтесь. Всем спасибо. Всем пока.